Здравствуйте, в эфире программа «История республики». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения Башкирского государственного университета, научный куратор мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Рустем Хазиев. Здравствуйте, Рустем Асхатович. Здравствуйте, Руслан. Мы продолжаем цикл программ, в которых мы говорим о послевоенных годах, о том, как страна и республика восстанавливалась в этот период, то есть это интервал с 1945 по 1953 год. 1953 год, совершенно верно. И вот вы помните, мы в предыдущей передаче с вами говорили о тех событиях, которые происходили в республике, как сложно, трудно, но тем не менее восстанавливалась жизнь. Мы наблюдали с вами подвижки культурной жизни, потому что люди освободились от оков тяжкого испытания Великой Отечественной войны, но в то же время говорили, да, вот о той кампании, которая была направлена против интеллигенции, интеллектуалов нашей республики, и в рамках вот этого прессинга, который наблюдался в послевоенное время для того, чтобы сбить настрой людей на необходимость что-то нового. Тогда, конечно, таких слов, как инновация жизни, социальной, хозяйственной, экономической, не употребляли, но люди просто хотели облегчения жизни как таковой. Вздохнуть свободнее. Да. А вот начавшаяся кампания как бы притеснения, поиска неких зловредных личностей, которые не дают возможности во всю социалистическую грудь советскому государству вздохнуть и сделать людей лучше. Ну, конечно, это была некая такая, знаете, идеологическо-политическая атмосфера, маска, чтобы заштукатурить просчеты той жестокой командно-административной системы, которая позволяла в чрезвычайных условиях решить свои задачи, но уже была неприемлема для мирного периода времени. И вот одним из элементов этого прессинга, который наблюдался тогда, ну, конечно, является дискуссия об интеллектуальном труде, который был еще подготовлен до начала Великой Отечественной войны, но в неком первичном обсуждаемом варианте. Это речь идет об очерках по истории Башкирской АССР, и с 4 по 7 февраля 1946 года в Москве в Институте истории Академии наук проходило заседание специальной комиссии. Вот она была создана для того, чтобы оценить содержательно-идеологическую составляющую очерков по истории Башкирской АССР. Это был обобщающий труд. Он охватывал все периоды истории Башкирии. Как я уже вам сказал, основная его часть была написана коллективом ученых нашей республики под руководством Тепиева еще до Великой Отечественной войны. Но вперед Великой Отечественной войны и потом, после Великой Отечественной войны, уже этот как бы пилотный научно-интеллектуальный проект довели до некой консистенции, когда решался вопрос, что нужно уже пустить в печать. То есть это был первый опыт написания истории республики? Да. Но первый опыт научно-коллективного подхода разума. Все наработки, которые были до этого, естественно, на платформе тех идеологических установок, которые определялись тогда Центральным комитетом партии и кратким курсом, скажем так, ВКПБ. Ну и в ходе вот этой дискуссии, которая разгорелась в стенах Академии наук СССР, возникли вопросы, кстати, по трактовке исторических событий, касающихся далекого прошлого, 17-18 веков. 20 век не вызвал никаких нареканий. Ученые тогда считали, что в этом труде очерки по истории Башкирской ССР неправильно толкуются события, связанные с башкирскими восстаниями, которые протекали в нашей республике. Что именно там вызывало вопрос? Некоторые считали, что это проявление классовой борьбы башкирского народа с имперским колониализмом. А смотрите, сейчас даже режет ухо вот эти определения. Они кажутся такими махровыми рудиментами из прошлого марксизма-ленинизма. Ну, а другие оценивали это как выступление преимущества в том ключе, что это было проявление локального сепаратизма или национального сепаратизма, как тогда говорили. Естественно, на ход той дискуссии, которая тогда развязалась, влиял тот идеологический климат, который наблюдался в стране в эпоху позднего сталинизма, и в этот же период времени была развернута борьба с космополитизмом, поэтому этот труд тогда не был опубликован. Лишь только в 1956 году издание увидело свет, но, как вы понимаете, через 3 года после смерти Сталина. Ну и вот наряду с такими прорывами, но которые не всегда реализовались, конечно, в тот период времени наблюдались
и изменения в нашей республике, связанные с ее становлением как крупного экономического, хозяйственного центра, научного, кстати, центра подготовки кадров. Это было все связано с тем, что стала бурно развиваться нефтяная промышленность. И вот одним из таких пилотных проектов было открытие в 1948 году на базе эвакуированного в Уфу в годы Великой Отечественной войны Московского нефтяного института имени академика Губкина. Это наш знаменитый Уфимский нефтяной институт, как он тогда назывался, и он принял под новым названием новую плеяду студентов, и это сейчас один из самых известных вузов в нашей стране, а в тот период времени это был четвертый вуз после Москвы, Баку, Грозного, где готовились кадры высшей квалификации для нефтяной промышленности. И вот первый выпуск, он состоялся в 50-м году, 14 человек его закончили. Вас не должна смущать цифра, что я сказал в 48-м. Он в 48-м приобрел юридическо-правовую легитимность. Он стал вот именно Уфимским нефтяным институтом, а до этого студенты учились на базе эвакуированного в Уфу Московского нефтяного института имени академика Губкина. Когда мы говорим, что Уфа постепенно превращается в значимый центр, то есть определенные маркеры. Например, было одним из событий. В 1950 году вошел в строй Уфимский аэровокзальный комплекс. У нас был до этого аэропорт, а это именно вошел в строй аэровокзальный комплекс, на тот момент единственный в Башкирии. Он включал в себя летное поле, зал ожидания для пассажиров, грузовой и вспомогательный отсеки, естественно, касса, где продавали билеты. И начиная с 1950 года из Уфимского аэропорта стали осуществляться регулярные пассажирские авиарейсы как в Москву, Новосибирск, Ташкент, Симферополь, естественно, с посадками, но тем не менее уже было налажено регулярное сообщение, был своеобразный такой прорыв. Это еще были поршневые самолеты. И надо, наверное, сказать, что аэродром находился у нас на нынешней улице Зорги. Ну, естественно. И со временем география полетов авиации расширилась, появилась малая авиация. Были построены аэропорты и в других городах Башкирии. Начались рейсы из Уфы в Сибай, Баймак, Белорецк, другие населенные пункты нашей республики. И вот благодаря развитию местной авиации жители отдаленных районов республики получили возможность очень быстро добираться в Уфы. И вот эта сеть малой авиации, которая связывала столицу республики с другими населенными пунктами, она же очень долго существовала. И на Павловку летали, ну, достаточно близко. Больше 150 километров, по-моему, да, везде летали. Другие районные центры летали самолеты, маленькие, конечно. Но, тем не менее, вот именно тогда стала развиваться местная авиация. Это было огромным подспорьем для того, чтобы уже соединить Уфу с другими городами Советского Союза, ну и также районными центрами нашей республики. Мы вот с вами говорили, что жизнь постепенно налаживалась как в бытовом плане, но, может быть, не так быстро, как хотелось. Ну, конечно, трудности были, а вот что касается интеллектуально-художественного, культурного роста, здесь, да, здесь наблюдалась очень положительная динамика. Проявлялась тенденция, насколько это возможно, усовершенствовать социалистический менеджмент. В чем это проявилось? В республике, ну, естественно, с подачи федерального центра, хотя тогда слово «федеральное» не употребляли, это же мы используем современное определение. После войны началась оптимизация управления нефтяной отрасли с целью объединения в некий единый управленческий кулак и единый управленческий центр предприятия геологоразведки, нефтедобычи, нефтепереработки. И в результате этого в 1946 году, обратите внимание, через год после войны на базе небольших объединений Туймазанефть, Ишимбайнефть, Башнефтестрой, Башнефтеразведка, Башнефтеснабнефть и целого ряда других научных институтов, в частности Башнефтепроект, было организовано производственное объединение Башнефть. И вот именно Башнефть, она и стала флагманом нефтяной промышленности Башкирии, да и в принципе России. И до сих пор мы знаем, что это объединение достаточно продуктивно функционирует.
Когда мы говорим о техническом развитии, стоит сказать, что после Великой Отечественной войны, когда в мировом авиастроении произошла техническая революция, и когда на смену поршневым моторам пришли качественно новые двигатели на реактивные тяги, Уфа превращается в одну из столиц по производству нового типа моторов. В данном случае речь идет об Уфимском моторостроительном заводе. Тогда он имел номер 26 уже в 1948 году. Буквально через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны на Уфимском моторостроительном заводе начался серийный выпуск турбореактивных двигателей, которые поставлялись для новейших до того периода времени военных самолетов. Это МиГ-15, МиГ-17, Су-15, Як-50 и целый ряд других, которые были на вооружении армии. Ну, естественно, это своего рода проявление технической революции. Можно себе только представить, какие были интеллектуальные, научные, технические силы, какого уровня была квалификация у рабочих, чтобы вот эти новшества внедрять, запускать серийное производство и обеспечивать, ну, в данном случае, военных потребителей. Как вы потом знаете, на этом заводе стали очень успешно производить моторы и для москвичей, которые были очень популярны в нашей стране. Мы, когда говорим о любом времени, то, естественно, оно может выглядеть в некоторой степени обезличенным, если мы не говорим о личностях, которые красили это время. В нашем историческом парке «Россия. Моя история» мы уделяем огромное внимание тому, насколько хватает интеллектуальных способностей, историографических сохранившихся данных, реконструировать портреты людей, которые оставили заметный вклад в историю нашей республики. Эта работа очень кропотливая. Эта работа ведется постоянно. У нас в историческом парке она продолжается. И к столетию республики, которую мы будем скоро отмечать, у нас будет обновление интерактивной экспозиции. В частности, будут выставлены новые интерактивные артефакты, которые посвящены, в частности, периоду 1941-2018-2019 годы. То есть вот этот очень достаточно интересный отрезок времени. И если в разрезе той хронологической линейки, о которой мы говорим сейчас, мы обратимся к личностям, то можем назвать вот целую блистательную плеяду деятелей культуры, науки, искусства, которые обеспечивали технический прогресс не только нашей республики, но и всей страны. Но коль скоро мы сейчас говорили о двигателях, ну, наверное, логично и поговорить о генерале того производства. Это Михаиле Алексеевиче Ферине. Он родился в 1907 году в городе Торжке Тверской области, в семье рабочего. Вот после окончания школы в 1924 году был принят учеником слесаря на ткацкую фабрику маленького провинциального городка Вышнего Волочка. Прошел достаточно такую, знаете, интересную карьеру от молодого слесаря до руководителя одного из крупнейших, ключевых не только в нашей республике, но и вообще во всей стране предприятия. Был на комсомольской работе, но тем не менее тяга к производству, учеба в профильном институте, это Московский институт стали, привела его все-таки потом на производство. А во время Великой Отечественной войны Ферин вместе с Рыбинским заводом оказался в эвакуации в Уфе, и здесь ему предстоит в кратчайшие сроки наладить производство. Тогда реализовался лозунг «Все для фронта, все для победы». А вот после окончания войны Ферин, который уделял внимание разработки различного рода технических новшеств, которые бы способствовали их моментальному внедрению, и в частности ему принадлежали многие изобретения, связанные с тем, что то, что вот он изобрел, это обеспечивали не ломкость деталей моторов, и он был главным металлургом этого предприятия, а в 1947 году даже защитил кандидатскую диссертацию. И при этом, вы знаете, ему никто ее не писал. Но это абсолютно точно, потому что остались воспоминания, и каждый год проходят научные конференции, посвященные его памяти. И вот очевидцы говорят, удивительное дело, это каким-то надо было фанатиком быть. Он все сам доводил до ума. Ну и тогда, в принципе, традиции такой-то не было, что кто-то кому-то писал, и по воспоминаниям людей,
которые еще живы, по письменным воспоминаниям, которые мы на сегодняшний день имеем, на него не работал какой-то там штат его технических сотрудников, которые бы ему тексты там составляли. Возникает вопрос, ну а разве мог человек, находясь на такой должности, которая требовала величайшей самоотдачи, еще что-то писать и потом защищать? Понятно, что должны быть ассистенты, ничего подобного. Ночами сидел. Он патентовал, кстати, свои изыскания, а не просто там какая-то когорта инженеров работала на своего шефа. И Уфимским мотостроительным заводом он руководил до 1977 года, и вот при нем завод стал одним из крупнейших в СССР. На предприятии были внедрены передовые технологии, которые позволили выпускать различные модификации двигателей для авиации, ракетных и космических комплексов. Ну, конечно, как я уже вам говорил, и на заводе выпускалась продукция народного хозяйства, в частности, моторы для знаменитых москвичей. Да, Ферина вполне можно отнести к той категории, которую называют красные директора. Большое значение на предприятии уделялось социальному обеспечению работников заводов, различного рода путевками, проведением мероприятий, вот, или то, что называют социалка. Жилье они свое сами строили, и поэтому была достаточно сильно развита социальная культура и бытовая инфраструктура. Новые детские садики строились, и первый в Уфе санаторий профилактории для рабочих. Вот это все было. Но другое дело, мы опять-таки не должны гипертрофированно воспринимать ту эпоху. Иначе, вы знаете, будет рисоваться некая такая лакированная действительность. Это все было, но в рамках тех ресурсных возможностей, которые были вообще характерны для социализма. А они были, увы, не столь обширны для того, чтобы удовлетворить, например, в тех же самых детских садах, квартирах, санаториях, профилакториях и прочее, прочее, прочее. Говоря вот о достижениях, которые лично, например, достиг Михаил Алексеевич Ферин, можно сказать, что он был удостоен звания Героя социалистического труда, имел 5 орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и целый ряд других. Государственной премии у него была, он был заслуженным деятелем науки и техники БАССР, РСФСР, был депутатом Верховного Совета СССР, представлял нашу республику в различных высших органах страны. Умер он в 1979 году. Его именем названа улица в Уфе. Возле здания одного из уфимских профессиональных училищ установлен его бюст, а на территории Уфимского мотостроительного завода, которым он долгие годы руководил, ему поставлен памятник. То есть мы, башкортостанцы, увековечиваем память и помним о тех, кто внес свой вклад в развитие нашей республики. Как я уже вам сказал, эту портретную галерею, те, кто интересуется историей Башкортостана, очень скоро увидеть в стенах исторического парка «Россия. Моя история». Мы находимся в комплексе зданий ВДНХ, это Менделеева, 158. Начинаем мы работу с 11 часов, заканчиваем ее в 19:00, но касса работает до 18. Те рабочие часы, как это принято подобного рода учреждениях, когда за час до окончания работы уже билетная касса закрывается. Ну, могу сказать по своему опыту, даже часа времени недостаточно, поэтому лучше складывать часа два и более, для того, чтобы более-менее можно было пройти. Да, только на один зал. На один только зал. Даже если без экскурсовода самостоятельно что-то читать. Смотрите, будем пользоваться таким понятием, как технологический проход. Если обзорный самостоятельный проход, но это где-то по одному залу только часа полтора. Если все прочитать и посмотреть, за один раз это немыслимо, но это примерно неделю, чтобы все пройти. То есть информация там такая колоссальная, она позволяет нашим квалифицированным сотрудникам, а у нас экскурсоводы по специальности все историки, и поэтому они глубоко владеют материалом. Это не просто молодые люди, которые пришли,
какой-то готовый материал, уже заранее сделанный, прочитали и ведут экскурсии. Нет. Они у нас работают в историческом парке, постоянно совершенствуют свои знания, учатся в аспирантуре, магистратуре, и они постоянные работники, и поэтому у них стимул совершенствовать свои знания, и они могут проводить как обзорные, так и специализированные экскурсии по тем или иным темам, которые интересуют наших посетителей. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю нашего эксперта, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России, историографии и источниковедения Башгосуниверситета, научного куратора исторического парка «Россия. Моя история» Рустема Хазиева. А мы продолжим разговор о послевоенном периоде в истории нашей республики в следующей нашей программе. До новых встреч. Спасибо вам большое, Руслан, за приглашение. До новых встреч.